предыдущей серии. Помогите! Дилук, куда ты забираешь Игрика? Ты как думаешь? Он отправится в дробилку, где и будет уничтожен. Попрощайтесь. Что? Тревога! Зет, за Игрика! Быстрее! Нет, вы не можете бросить меня туда! Пожалуйста, нет, не нужно быть такими жестокими! Прощайте, тоботы! О, нет! Зет, режим паука! Режим паука! Вот что я слышал! Смотрите! Лазерная тень должна выдержать! Вы же не думали, что все закончилось, да? Ловлю! Смотрите, какие зубы! Они ее перекусят! Нам нужна совместная атака! Тоботы, совместная атака! Паучий луч! Паучий луч! Инициализация! Ого! Не может быть! Приеду как можно скорее. Спасибо. Если бы не вы и не тоботы, я бы не решился вернуться домой. Эй, не он. Я отвезу тебя на вокзал. Садись. Выше нос. Мы еще встретимся. Пока! Пока, Неон! Что ж, битва еще не закончена. Увидим, кто посмеется последним. Тобот. В городе случилась неприятность, но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность и враг суровый. У нас есть сила и исключить, и наших роботов лишь нужно включить. Тоботы вперед! Тобот. Запчасти и запахи. Свалка Нейтана. Узрите, нас ждет куча сокровищ. Отличная мысль, босс. Нам пригодятся все эти машины. Всегда пожалуйста. Я же гений. Знаю, я припарковал ее здесь. Странно, почему угоняют столько машин? Хороший вопрос. А? Тоботы? Парни, бросайте выше! Заберем все до единой! Верните на место, это кража! А вы не вмешивайтесь, ясно? Босс, а вот вам новое! Тоботы! 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 Тобот! X-Y-Z! Трансформация! Ну почему они вечно лезут ко мне? Молодец! Икс! Энергетический удар! Энергетический удар! Ну что еще?
уже! Нет, только не грузовик! Поверьте, вы за это заплатите! Ух ты! Тобот-эволюция! Так здорово! Эй, мы давно с вами не виделись. Ты так вырос, Тимми! Ага, я стал расти очень быстро после той встречи. Похоже, жизнь вернулась в нормальное русло. Все в порядке после той битвы с циклопом. Еще бы, у нас все отлично. Угу. Нам повезло, что вы так быстро приехали помочь нам. Тоботы спасают свалку. Я обновила страничку с новостями. Странно. Как думаете, зачем Дилуку эти старые машины? Не знаю. Думаю, Акни его на что-то подговорила. Я могу попытаться разузнать что-нибудь про Акни. Я же администратор фансайта. Моя репутация зависит от умения находить информацию. Отрывайся, интернетчица. Ты бы поменьше сидела в интернете. Да как ты смеешь? Вспомни, сколько раз мой сайт помог вам. Я хочу сказать... Не обижайся, Долли. А? Дилан хочет сказать, что ты много сидишь за компьютером. Он беспокоится за тебя. Да. Эй, Райан, я все правильно понял? У Долли появился парень. Мистер Дилук, вы намереваетесь проваливать каждое задание? Перестаньте, мисс Акни, я вернулся не с пустыми руками. Что? Смотрите, коллекция роскошных брелоков и, возможно, недешевая. Вы издеваетесь? Я велела доставить запчасти для роботов, а вы еще и грузовика лишились. Что поделать, мисс Акни, приехали тоботы. Я бы победил их, снабдив меня инструментами. Вот такими. Забудьте. Вашей новой работой будет наведение чистоты. Что? Я бы с радостью, но не хочу. Вы что, забыли, сколько топлива вы случайно вылили, мистер Дилук? Может, хотите просто расплатиться деньгами? Забудьте про пол, займитесь туалетом. Да, мэм. Мой прототип практически готов. Я уверена, что у него будет лучший на свете искусственный интеллект. Команда роботов практически создана. Но дабы обеспечить себе успех, я должна быть уверена, что у тоботов не появятся новые функции, которые будут использованы против меня. Лети и слушай. Эй, ой. Готово. Я буду скучать по вам, детишки. И мы по вам. До свидания, доктор Но. До встречи. Спасибо за все. Мы вас не забудем. Он прав. Если бы не вы, мы бы давно превратились в запчасти на складе у Акни. Приезжайте почаще. Вот что я скажу. Большое спасибо, профессор. Поскорее возвращайтесь. Нет необходимости. У тебя все под контролем. Тоботы сильны, как никогда. Я не уверен. Акни тоже сильна. Франклин, расслабься. Ты справишься. Просто не забывай, в чем заключается главная сила тоботов. А? Скажи мне, в чем она заключается? Их главная сила и главная слабость. Все дело в... В чем? Впрочем, ты сам знаешь. Так вот, все дело в несравни... Вы правы. Так вот, я оставил вам что? Там цветочек. Что? Я все пропустила! Мерзкая псина! До свидания. Я так привык к нему. Жаль, что он уезжает. Как думаешь, он скоро вернется? Ну, можно лишь надеяться. Будет странно видеть его комнату опустевшей. Точно! А, чур моя! Так нечестно! Эй, прекратите! Доктор Но только что уехал. Комната недолго будет пустовать. А? Она моя! Разбежался! Он оставил свалку после себя. Фу, что за хлам? Да тут убираться придется месяц. Что за попрыгунчик? Опять? Это, кажется, ядро. Вы правы, мальчики. Так и знал. Минутку, я понял. Оно для тобота. Помнишь, ты сказал, что секрет?
Дурацкая игрушка! Оно не активно, но вполне может работать. Как видите, оно абсолютно прозрачное, потому что пока не сопоставлено с пилотом. Так что сейчас это фактически запчасть. Хочешь сказать, что оно может стать тоботом? Посмотрим, что на флешке, и тогда поймем. Ух ты! Летающий тобот! Папа, собери нам его! Да, пап, собери! Вынужден признать, что это отличная разработка, доктор Эно, но у вас уже есть X и Y, а у Дилана Z. Зачем вам еще один тобот? Лучше приделайте крылья нам! Я буду отлично летать! Но если подумать, чем больше тоботов, тем лучше. К тому же у Акни вечно появляются новые роботы. Нет, тоботы — это члены семьи. Вы должны общаться с ними. Они не просто железка, которую можно выбросить. Вы за них отвечаете. Но мы за ним присмотрим, обещаю, поверь нам! Мы соберем его сами. А, уверены? Разве мы можем собрать его? Он слишком сложный. Нет, правда. Доктор Ну оставил чертеж. Мы сможем. Можем, если постараемся. А? Чертеж? Мне нравится ваше рвение. Ну ладно, раз уж хотите, то, конечно, попробуйте. Правда? Если у вас получится, я изготовлю смарт-ключ и установлю искусственный интеллект. Да! Да! Они хотят собрать нового тобота. Как интересно. Идеальная возможность для шпионажа. Наконец-то я узнаю секрет. Я даже не знаю, с чего начать, а вы... Где, например, найти запчасти? Не переживай, у меня отличная мысль. Готов! Энергетический удар! Невидимость! Ураганный спи! Эй, ты когда-нибудь устаешь, Тимми? Не зови меня так, я же тоба! Похоже, ты запомнил все приемы. Да, и у меня есть фотка. Это так здорово! А мы можем собрать еще одну модель, а? Секундочку. Эй, это Райан. Привет, как дела? Привет, вы с Тимми можете прийти к нам? Нам нужна услуга. Услуга? Точно! Мы собираем нового тобота! Что? Ого! Смотрите, новый тобот! Его зовут Дубль Б! Ух ты! Надеемся, вы поможете нам? Конечно, поможем! Да, Нейтан? Это будет непросто. А что такого? Ты уже собрал модель тобота Титана. О, Заритан был хорош! Да, выглядел очень похоже. Ну ладно, я постараюсь. Ура! Привет, ребята! Нам пора поговорить о новом тоботе. Что скажете насчет конкурса «Придумай имя»? Его зовут Дубль В, и о нем никому нельзя рассказывать. Мы даже не начали его собирать, а вдруг как не узнает? Да, ты прав. Брось, забудь ты про сайт. Эй! Но ты все равно можешь помочь нам, со сваркой, к примеру. Ну ладно. Да, я закончила курсы сварщиков. Думаете, сможете сохранить секрет? Эй, детишки, думаю, вам понадобится вот это. А? Да ладно! Ха, помните? А что это, пап? Выглядит знакомо! Ух ты! Это робот-инкубатор. Он будет присматривать за ядром, пока оно не поменяет цвет. Теперь ядро активно, и вы должны заботиться о нем. Вы за него отвечаете. А кто станет пилотом? У вас еще нет пилота для Дубль В? Мне нужно подумать. Торопиться не стоит. Цвет ядра еще какое-то время не изменится. Решим. Пилотом может стать любой из нас? О, нет, не любой. Тут нужна привязанность. За работу, юные инженеры. Вы многое узнаете о том, что необходимо для создания тобота. Какой кошмар. Муха упускает все самое важное. Одной явно недостаточно. Нет! Что вы делаете? Почему бы вам не закончить робота и не вломиться на нем? Отойдите! О, мисс Акни, ну согласитесь же со мной, прошу вас. Уверяю, вы не пожалеете. Ну, что скажете? Что? Опять? Это судьба, босс. Запашок не навевает воспоминания? Ух ты, смотри, идеально подойдет для Дубль В. А? Найди что-нибудь полезное. Брось, классно же! А вон та красная машина. Цвет приятный.
Насчет цвета не переживай. Главное найти хороший металл для брони. А раскрасим уже после сборки. Хм. Погуглю что-нибудь про защитные покрытия. Почему они все стоят? По встречке? Он что, с ума сошел? Эй, ты, за рулем заснул, что ли? Замолчи, не кричи на меня! Да что ты! Ну ладно, сами напросились. Папа! Что происходит? А, я и не знал об этой особенности. Нюхните! Мальчики, мальчики! А? В чем дело? Помогите! Ой, фу, гадость! Тобот! X, Y, Z! Трансформация! Ты. О, вижу, они набрали кое-каких запчастей. Прелестно. Сэкономили мне время, притащив их сюда. О, Игрик, энергетический щит! Энергетический щит! О, нет, щит не блокирует запах! Икс, энергетический удар! Энергетический удар! Вы меня не остановите! Ай, фу, мерзость! Невидимость не спасает от запаха! Поторопитесь, он снова встает! Ха, ну же, кто бы ты? Что, ослабли? Пора, не пора, иду со двора! Не пора! Ну же, соберитесь! От него, конечно, воняет, но еще хуже воняет от того, кто готов сдаться! Эй, хватит болтать! Не вмешивайтесь, ясно? Приготовьтесь, сейчас будет весело. А? Щита недостаточно, и прикасаться к нему нельзя. Воспользуйтесь ураганным спином. Точно. Ребята, не время раздумывать. Ну хорошо, поехали. Тоботы X и Y, интеграция! Пришли на помощь. Очевидцы благодарны им за то, что они остановили самого дурно пахнущего робота в истории города. Хорошо, что все закончилось. От него пахло хуже, чем от моих носков. Помой меня везде, пожалуйста! Запрашиваю вторую мойку. Не переживайте, вы вымыты. Кстати, отличная идея насчет ураганного спина. Спасибо, Тимми. Мой брат большой поклонник тоботов. У него есть ответы на все вопросы. Да ладно, ерунда. Я просто спросил себя, как бы я поступил, если бы был пилотом. Может, я однажды и впрямь стану пилотом. Полиция просит у жителей помощи в поисках этого робота. Граждан просят обращать внимание на подозрительные грузовики. Полиция просит избегать непосредственного контакта с ними во избежание нападения. X, Y и Z такие классные, но ты тоже станешь героем. Мне не терпится собрать тебя, дубль В. Мои верные друзья, вам пора лететь, а я буду смотреть и слушать. И уже очень скоро узнаю, как создать своего тобота. И тогда наступит моя очередь. В следующей серии. Ребята, откройте, это мы! О, вы пришли! Наконец-то! Та-да! Чертеж смарт-ключа. Я всю ночь рисовала. Ну уж нет, смарт-ключи выглядят не так. А этот так
тупой. И вообще, все зависит от пилота. Думаешь, ты пилот? А почему бы и нет? Я самый очевидный вариант. Долли. Ладно, я знаю, как все решить. Спросим у посетителей сайта, кто должен стать пилотом. Конечно. Да, спроси, посмотрим, что они ответят. Эй, Долли, кто-то создает летающего тобота? Есть! У меня анонимные источники. Ты победишь. Я проголосовала за тебя. Ух ты, смотрите, я лечу! Да. Хорошо, вижу, мой тобот уже собран. Что? А? Дубль В не твой тобот! Да что вы! Взгляните-ка сюда! Дети, вы ничего не хотите сказать? Нам сообщают, что в разработке новый летающий тобот. Его будут звать Тобот Дубль В. На фан-сайте даже объявлен конкурс на нового пилота. Что? Я чемпион по онлайн-гонкам. Даже сплю со своим рулем. Пилот должен уметь управлять при любых условиях. Смотри, мама! Это безумие! Согласно фан-сайту, пилотом Тобота Дубль В станет участник, набравший самое большое число голосов. Кто же этот человек? Предыдущей серии. Мой прототип практически готов. Я уверена, что у него будет лучше на свете искусственный интеллект. Но я должна быть уверена, что у тоботов не появятся новые функции, которые будут использованы против меня. Лиди и слушай. Готово. Франклин, у тебя все под контролем. Тоботы сильны, как никогда. Не забывай, в чем заключается главная сила тоботов. А? Скажи мне, в чем она заключается? Их главная сила и главная слабость. Все дело в... В чем? Впрочем, ты и сам знаешь. Так вот, все дело в несравнимом... Вы правы. А? Что? Я все пропустила! Мерзкая псина! Я буду скучать по вам, детишки. И мы по вам. До свидания, доктор Но. До встречи. Я так привык к нему. Будет странно видеть его комнату опустевшей. Точно. А? Чур моя. Так нечестно. Это, кажется, ядро. Оно не активно, но вполне может работать. Как видите, оно абсолютно прозрачное, потому что пока не сопоставлено с пилотом. Так что сейчас это фактически запчасть. Хочешь сказать, что оно может стать тоботом? Посмотрим, что на флешке, и тогда поймем. Ух ты! Летающий тобот! А кто станет пилотом? Мне нужно подумать. Они хотят собрать нового тобота. Как интересно! Идеальная возможность для шпионажа. Ха, помните? Что это, пап? Выглядит знакомо. Это робот-инкубатор. Он будет присматривать за ядром, пока оно не поменяет цвет. X, Y и Z такие классные. Но ты тоже станешь героем. Не терпится собрать тебя. Дубль В. Какой кошмар. Муха упускает все самое важное. Одной явно недостаточно. Вам пора лететь, а я буду смотреть и слушать. И уже очень скоро узнаю, как создать своего тобота. И тогда наступит моя очередь. Тобот. И снова в городе случилась неприятность. Мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность. И враг суровый. У нас есть сила и есть ключи. И наших роботов лишь нужно включить. Тоботы вперед! Тоботы вперед! Есть сила и есть ключи. Вперед!
Тобот. Гонка кандидатов. А? Тимми, я же просил подождать. Извини. Ребята, откройте, это мы. Привет, входите. О, вы пришли, наконец-то. Вроде теперь должно сработать. Попробуем. Ладно. Эй, в чем дело? Мы же следовали инструкции. А? Подождите, винт не затянут. А? А? Ура! Работает! А выше можно? Это максимум. А, максимум? И только для одного человека? А? Опусти меня, Дилан! Опусти его скорее! Нейтан боится высоты. Пожалуйста, быстрее! Ладно, ладно. Нейтан! Ядро не разбилось? Ты даже такой высоты боишься? Ой, да ладно, перестаньте. Не верю. Вот так и собираются топоты. Скукотища. Смотреть невозможно. Интересно, почему Франклин не помогает? Что это? Список недостающих запчастей. Скоро они и сами начнут изобретать. Поверить не могу, что этот мечтатель – лучший робототехник в стране. Франклин. Просим всех участников подать свои заявления. О, нет. Где же оно? Я думал, что сюда положил. Поверить не могу. И что мне теперь делать? Эй, ты наступил на бланк. А? О! Он все тот же недотёпа, каким я его помню. Где она? Ой! Они немного переварены. Думаешь? Эй, Нейтан, иди сюда, пока все не съели. Секунду. Собирать тобота так тяжело, хоть у нас и есть чертежи. Это точно. Нужно попросить папу помочь. Мы сказали, что сами справимся. Да, сначала, но теперь мы знаем, что это сложно. Ты сдаешься? Это не круто. Что? Тоже мне эксперт, а сама занимаешься всякой скукотищей. Да? А как тебе вот это? Та-дам! Чертеж смарт-ключа. Всю ночь рисовала. Ну уж нет, смарт-ключи выглядят не так. А этот такой. И вообще, все зависит от пилота. Думаешь, ты пилот? А почему бы и нет? Я самый очевидный вариант. У вас троих уже есть тоботы, а Тимми пока не готов. Неправда, я готов. Да, еще Тимми знает о тоботах больше, чем ты. Но я заслужила. Не забывайте, я модератор сайта. Ну вот и займись своим делом. Выясни, кто такая Акни. Я смогу совмещать оба занятия. И управлять сайтом, и защищать город. Верно, Дилан? Ты не понимаешь, сколько времени это занимает. Нет, понимаю. Стойте, у меня идея. Сыграем в камень-ножницы-бумагу. Но... Я уже сказала, чурмой. Долли. Ладно, я знаю, как все решить. Спросим у посетителей сайта, кто должен стать пилотом. Почему бы и нет? Конечно. Ладно. Да, спроси, посмотрим, что они ответят. Сверхсекретный проект. По-вашему, должен стать пилотом нового тобота W. Долли знает обо всей деятельности тоботов, модератор фан-сайта. Тимми знает о тоботах все, от статистики до занимательных фактов. Кори, объяснения не нужны. В данный момент пилот тобота Y. А, нет, об этом нельзя сообщать. Почему? Это же правда. Долли права. Ты не можешь раскрывать себя, это рискованно. Но роль пилота – мой главный козырь. И к тому же, зачем тебе W? У тебя же есть Y. Ну ладно, не стану писать, что я пилот Y. Он удаляет мою строчку. Кори, ученик 3-го класса. И это все? Тебе больше нечего сказать о себе, кроме того, что ты ученик? Можешь добавить, что никогда не учишь уроки.
Хобби – футбол. Ну а ты, Нейтан, хочешь быть пилотом? Конечно, хочу. Но мы оба знаем, что я боюсь высоты. Эй, Долли, кто-то создает летающего тобота? Есть! У меня анонимные источники. Ты победишь. Я проголосовала за тебя. Кори такой смешной. Как футбол связан с пилотированием тобота? Он даже не капитан команды. А как же я? Я классно рисую тоботов. Может, и мне поучаствовать, а? Эй, Долли, ты точно уверена, что этот конкурс необходим? Молчи, предатель. Ты упустил свой шанс поддержать меня. Я должна стать пилотом. Но почему она преследует меня? Стоять! Брось все украденные крышки! Наконец-то! Где они? Офицеро, ответьте! Я провалилась в колодец. В колодец? Выезжаем! Вам понадобится длинная веревка. Смотрите, работает! Нейтан, прибавь мощности! Ух ты! Смотрите, я лечу! Да! Хорошо! Вижу, мой тобот уже собран. Что? Дубль В не твой тобот! Да что вы! Взгляните-ка сюда! Сайт перегружен, страница не найдена. И куда нам смотреть? Дети, вы ничего не хотите сказать? Нам сообщают, что в разработке новый летающий тобот. Его будут звать Тобот Дубль В. На фан-сайте даже объявлен конкурс на нового пилота. Что? Сотни участников отправили свои видеоролики на сайт, надеясь победить. Вот примеры. Я чемпион по онлайн-гонкам. Даже сплю со своим рулем. Пилот должен уметь управлять при любых условиях. Что? Смотри, мама! Это безумие! Согласно фан-сайту, пилотом Тобота Дубль В станет участник, набравший самое большое число голосов. Кто же этот человек? О чем вы только думали? Мы не говорили про конкурс, мистер Чар! Она права. В голосовании участвовали только мы трое, пап. Пилот Тобота не определяется голосованием. Вы обещали собрать его, и вы же начали конкурс. Вот сами и разбирайтесь. Босс, ты пропустил пятно. Тихо! Эй, смотрите, как я умею! Мистер Дилок, вы опять с пустыми руками. Что? Она так не говорит. Хватит тратить силы на вопли, продолжайте уборку. Эх, вы консервные банки! Городской конкурс на звание пилота нового тобота в самом разгаре, но фаворита пока нет. Многие участники загружают свои видеоролики, надеясь стать пилотом тобота Дубль В. Отлично! Дубль В мой! А ну-ка отдай мне конфеты, а не то я тебе задам! Не с места! Та-та-да-да! Синий гонщик защитит тебя! Синий удар! Ну что, как вышло? Хорошо! Ой, аккумулятор сел. Сел? Я же выложился на все 100. Я так измотан. Быть актером так тяжело. Воздух сегодня буквально пронизан волнением. Участники со всего города демонстрируют свои таланты, надеясь стать новым пилотом. Но, конечно, одной надежды на исполнение мечты мало. Нужны еще и голоса. Я, как всегда, буду снабжать вас самой свежей информацией. Не забудьте зайти на сайт и проголосовать за свою любимую журналистку. Ура! Вот это популярность! Да, а вам не кажется, что нужны правила? Возможно, но это не важно. Я все равно на первом месте. Кори на 30-м, а Тимик, к несчастью, еще ниже. Ты же понимаешь, что я был бы первым, если бы люди знали, что я пилот Игрека. Я понимаю лишь то, что люди разочаровались бы, узная не какой ты хвастун. Эй, хватит, ребята. Нейтан, ты видел? О. Я всего лишь 81-й. Ерунда, голосование только началось. Эй, что это? Камера. Прикреплю ее к ядру. Мы сможем наблюдать за ним откуда угодно. Сможем видеть глазами Дубль В.
Ух ты! Какая отличная мысль! Поставим уже сегодня? Да, конечно! Да, да, еще! Вам, злодея, не унять, все вы будете понять. Эй, смотри. О, нет, это что, голосование? Только 3 голоса за синего гонщика? Только 3? Разве за меня голосовали не все байкерботы? Ты? Да. Ты? Да, сэр. Ты? Это тайна. Какая еще тайна? А ну, отвечай. Ни за что, босс. Я не скажу, за кого отдал голос, а иначе все испорчу. Извини. Извини? О, ты пожалеешь. Веду репортаж из центра города. Всеобщее внимание привлек талантливый оператор робота. Людям нравятся его боевые навыки. Юноша, твой робот обладает поразительными приемами. Большое спасибо, мисс журналистка. У меня, как у моего робота, черный пояс под тхэквондо. Разве не этим навыком должен обладать хороший пилот? Я слышала, его отец владелец школы тхэквондо. Эй, неплохо. О, смотрите, как за него голосуют. У нас на глазах творится история, он может стать новым пилотом. Что? Ха! А? Лидером стал кто-то другой! Что в нем такого особенного? Смотрите! Ух ты! Он классный! Так нечестно! Все смотрят на него! Я должен показать им Игрика, пусть народ удивится! Доктору Чару это не понравится! Да! А? Опять этот робот-вонючка! Фу! А? А? Что? Посмотрим, допрыгнешь ли ты до меня. А? Скажи всем, что не хочешь быть пилотом. А не то пожалеешь. Я сваливаю. Так и знал, что это фальшивка. Меня не одурачить. Выставим против него Тритана. Я веду репортаж из парка. Похоже, самый дурно пахнущий робот в истории вернулся. Мы справимся с ним. О, нет, что он задумал? Кори, ты сошел с ума? Не останавливайте меня! Мне надоело стоять за кулисами! Ха! Попался! А ну-ка, руки вверх! Что? Не тот водитель. Эй, мне надоело, что люди не уважают наш труд по сохранению чистоты в городе! Извините, я приняла вас за другого. Кто это? Беги! Я с ним разберусь! Как? Сейчас покажу! Да что это с ним сегодня? Нет, иначе и себя раскроешь! Смотрите, пора познакомиться с вашим героем! Вы будете удивлены! Что? Я... Поехали! Икс, энергетический? Стой, будет утечка! А? Нежный удар? Нежный удар. Им нужно помочь! С радостью, но как? Мой грузовик не умеет трансформироваться! Я не могу просто стоять, нужно что-то предпринять! Время мести! Знаете что? Я не против грязной работенки. Приготовьте! О, нет! Отвернитесь! Стоять! А ну-ка, хватит! Офицеру! А ну, получи! Что? Наши грузовики не загрязняют город, а очищают его, ясно? Начнем с тебя! О нет! Он опустошает цистерну! Стой! Это мои отходы! Мои! Ты не имеешь права водить грузовик, самозванец! Он хочет отсоединить шланг! Зет! Выстрел паука! Выстрел паука! Вот что я слышал! Нет, ничего не осталось! Отлично! Икс, ты готов? Энергетический удар! Энергетический удар! Энергетический удар! Энергетический удар! Протри еще! Я чувствую запах! У
Ученик начальной школы Дейда первым бросил вызов роботу. К счастью, тоботы подоспели вовремя, иначе ученику не поздоровилось бы. Свидетели утверждают, что мальчик переоценил свои силы. Мы не успели взять у него интервью, но одноклассники утверждают, что он поклонник тоботов, мечтающий о внимании. Да, мы учимся в одной школе. Он вечно ведет себя как клоун. Он бы не мог управлять тоботом, он даже с уроками не справляется. Эй, не смешно! Не останавливайся, продолжай мыть! Офицер полиции и работник компании по вывозу отходов были награждены за впечатляющую совместную работу. Я участник конкурса под номером 95. Меня зовут Вера О. Мой номер 99. Голосуйте за меня. О, какой ужас. Кори опустился на 38 место. Ну, я все равно снимаю свою кандидатуру после такого позора в прямом эфире. Это правильно. Да, правда. Нам нужно держаться в тени. И не просто держаться в тени, а еще раз помыть меня! Ладно, я понял. Мне не стоило так поступать. Прости меня, Игорек, доволен? А, нет. Мне не нравится твой тон. Извинись искренне. Кори, я починил твой смарт-ключ. Посмотрим. Отлично. Работает. А как тут наше ядро? Тебя ждут великие дела. В следующей серии... Смотрите, офицер О поднялась на первое место. Отлично! Очень многие отказались. Почему ты радуешься? Они не думали всерьез стать пилотами. Устанавливаешь видеокамеру? Подумал, будет здорово. Отличная идея. Ядру требуется постоянное внимание. Я теряю терпение. Детишки должны собрать нового тобота. С днем рождения, офицер О! Звезда участка и будущий пилот тобота. Конкурс продолжается, результаты не окончательные. Пока. Видел? Офицер О стала первой. Робот-грузовик вернулся. А? Опять этот вонючий робот. Фу. Тобот! Игрек! Трансформация! Возвращением. Придерживайся плана. Понял. Тоботы! Я надеялся, что вы заедете. Вонючка-бот, эволюция! А? Что это? Вонючка-бот, выстрел сзади! Осторожно! Мне кажется, или он стал сильнее. Мистер Дилук, вы как раз вовремя. Предыдущей серии. Дети, вы ничего не хотите сказать? В разработке новый летающий тобот. Его будут звать Тобот W. На фан-сайте даже объявлен конкурс на нового пилота. Я веду репортаж из центра города. Всеобщее внимание привлек талантливый оператор робота. Эй, неплохо. О, смотрите, как за него голосуют. У нас на глазах творится история. Он может стать новым пилотом. Что? А? Лидером стал кто-то другой. Что в нем такого особенного? Ух ты, он классный. Так нечестно. Все смотрят на него. Я должен показать им Игрека. Опять этот вонючий робот. Фу. Да-да, ты. Посмотрим, допрыгнешь ли ты до меня. Скажи всем, что ты не хочешь быть пилотом. Не то пожалеешь. Я сваливаю! Так и знал, что это фальшивка. Меня не одурачить! Выставим против него Тритана. Я веду репортаж из парка. Похоже, самый дурно пахнущий робот в истории вернулся. Мы справимся с ним! Сейчас покажу! Я! Поехали! Выстрел паука! Выстрел паука! Вот что я слышал!
Отлично! Икс, ты готов? Энергетический удар! Энергетический удар! Смотрите! Кури опустился на 38-е место! Ну, я все равно снимаю свою кандидатуру после такого позора в прямом эфире. Это правильно. Да, правда. Нам нужно держаться в тени. Кори, я починил твой смарт-ключ. А как тут наше ядро? Тебя ждут великие дела. Идеальная возможность для шпионажа. Я наконец-то узнаю секрет. Тобот. Случилась неприятность, но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность и враг суровый. У нас есть сила и исключи, и наших тоботов лишь нужно включить. Тоботы вперед! Тобот. Споры из-за дубль В. Смотрите, офицер О поднялась на первое место. А как же парень с роботом? Он был дисквалифицирован. Но я все равно вторая. Устанавливаешь видеокамеру? Да, подумал, будет здорово. Мы с Тимми сможем наблюдать за состоянием дубль В в любое время. Отличная идея. Ядру требуется постоянное внимание. Что это за штука? Я теряю терпение. Детишки должны собрать нового тобота. А тут еще и мистер Дилук постоянно их отвлекает. Мистер Дилук, вы как раз вовремя. Фу, как здесь воняет! Босс, встань и помоги нам! Эй, в чем дело? Тоботы мешают мне. Полиция арестовывает, а Миссах не постоянно кричит. И у меня наименьшее число голосов. Видел? Офицер О стала первой. Офицер О? На сегодня мой день рождения. Загадывайте желание. Ура! Да. Да. С днем рождения, офицер О! Звезда участка и будущий пилот Тобота. Ой, это еще неизвестно. Конкурс продолжается. Результаты не окончательные. Пока. Мы знаем, что вы победите. Поздравляем! Худший день рождения. Мой новый друг! Я так рада, что вы приехали. Угощайтесь! Мы готовы! Вперед! Куда они едут? Я же просила мистера Дилука не мешать мне! Откройте, офицер! Выходите, раз такая смелая! Мы останемся, узнайте, что ему нужно! Тоботы! Икс, Игрек, Зет! Трансформация! Возвращением. Придерживайся плана. Понял. Тоботы! Я надеялся, что вы заедете. Вонючка, босс, эволюция! А? Что это? Вонючка, босс, выстрел сзади. Осторожно! Ну и запах. Фу! Чпок. Ай!
Мне кажется, или он стал сильнее? Узрите мой спецприем за дотряс! Что? Робот-грузовик вновь вернулся. Его целью стала Вера О, отважный офицер полиции, которая уже сразилась с ним. Свидетели задаются вопросом, не намерен ли робот напасть на всех, кто желает стать новым пилотом. Тобот X, Y и Z уже здесь, но пока проигрывают бой. Как предсказуемо. Байкер-боты, доставить ко мне мистера Дилука. Приготовьтесь, задотряс дубль 2. Неужели это сделал я? Нужно отнять у него воспламенитель! А? Точно! Игрек, невидимость! Воспламенитель! Придется импровизировать! Искра! Ну же, искра! Наша очередь атаковать! Тоботы! Икс, Игрек, Зет! Тритан-интеграция! Тритан! Супер-рывок! Супер-рывок! Супер-бросок! Супер-бросок! Сэр! Не может быть! В мой день рождения! Нельзя проигрывать свой день рождения! Нужно взять его! Ура! Что вы делаете? Ура! Мы просто рады твоей вечеринке! А? Мисс Акни, он у нас. Хорошо, доставьте его. Я должна воспользоваться ситуацией. Придется избавиться от него. Да, мы победили! Я и не сомневалась. Видишь, ты тоже скоро начнешь помогать. А? В чем дело, дубль В, доктор Чар? Взгляните на ядро. Не беспокойся, оно просто радуется. Сейчас оно словно ребенок, прислушивается к нам и познает окружающий мир. Это так здорово! А почему оно умнее других искусственных интеллектов? Взгляни. Здесь находится секрет всех ядер. Тут я храню свои исследования. Их не так много, но для меня это важные данные. Правда? Так вот где спрятан секрет оботов. Надо же, как быстро меняется цвет! Нужно поскорее закончить тобота. Отлично! Очень многие отказались. Почему ты радуешься? А как иначе? Они не думали всерьез стать пилотами. И еще, взгляни, я вновь стала первой. Долли номер один. Ура! Да! Я точно стану новым пилотом! Но ничего! Откуда ты знаешь, что я хотел сказать? Я почти уверена, что знаю и не хочу это слышать! Новый пилот дубль В? Нейтан! Точно, Нейтан! Что? Идите сюда! Посмотрите, ядро вспыхивает! Покажи им! Привет! Видите, раньше ядро было прозрачным, а когда Нейтан заговорил с ним, оно стало зеленым. Ха-ха, дайте мне попробовать. Дубль В. Видишь, Долли, ядро привязывается к человеку, который проводит с ним время. Это правда? Дубль В. Тобот дубль В. Так нечестно. Секундочку. То есть голосование было напрасным? Сочувствую, но так и есть. Все уже решено. Без ядра Тобот дубль В лишь оболочка. Мы же предупреждали тебя, Долли. Нет, я бы запомнила. Дилан, ты знал об этом и не сказал? Я думал, ты знаешь, клянусь. После схватки с циклопом X и Y были уничтожены. Но они вернулись, потому что мы спасли их ядра. Осторожно! Теперь за ядром буду присматривать я. У вас все равно полно дел. Осторожно! Руки прочь! Ты достаточно времени провел с этой штучкой. Я не виновата, что не поняла. Теперь моя очередь. Ты опоздала. Он прав. Извини, ядро уже сделало свой выбор. Довольно. Я больше не хочу быть пилотом. Мне это надоело. Долли права. Она должна попробовать. Ты победила, ясно? Заботься о нем. Но заботься здесь. Так нечестно. Вы меня слышали. Я не буду пилотом дубль В.
тому же меня и в списке не было. Я себя не вписал. Долли будет хорошим пилотом. Только не ссорьтесь. Не будем. Что ни делается, все к лучшему. Я боюсь высоты, а W заслуживает храброго пилота. Я в тебя верил, Нейтан. А ты решил сдаться? Подожди! То есть, это означает, что вы все не против того, что я стану пилотом W? Это означает... Назад! Ты мне пообещал! Ядро должно узнать меня! Эй, вы! А ну прекратите шептаться! Ребята, разве так можно выбирать пилота? Нет, папа сказал, что ядро нельзя заставить, что тоботы не просто провода и болты! Ха! Я никого не заставляю, ясно? Я очаровательна от природы, вот и все! Детишки, я хочу поблагодарить вас! Когда люди увидели, как я помогла тоботам, начали голосовать за меня. А теперь вы говорите, что победитель определен? Да, это не просто объяснить, но простите, что разочаровали. Когда все закончится, я принесу извинения на сайте. Не нужно. Я изрядно повеселилась, но побеждать не хотела. Я люблю работать в полиции. Это мой способ помогать жителям нашего города и защищать их. Офицер, если вы снимете кандидатуру, останется только два участника. Видите? Я и синий гонщик. Синий гонщик в списке? Синий кто? Дилук? Нет, правда? Как вы думаете, он мог угрожать людям, заставляя голосовать за себя? Возможно, но посмотрите, у него всего 15 голосов. Да ладно, ух ты, больше, чем я ожидал. Эй, ребята, это серьезно? Да уж, серьезно, обхохочешься. Если ты его единственная соперница, он попытается тебя остановить. Будь к этому готовой, Долли. Что мне делать? Вы же видели мои приемы тэквондо, да? Подготовиться невозможно. Злодеи вроде Дилука появляются где угодно и когда угодно. Вообще-то мы можем подготовиться к нападению этого выскочки. Как? Расставим ловушку, а затем прижмем его к стенке. Вот мой план. А знаете что? Мне нравится ход их мыслей. Теперь я заполучу секретные документы тоботов, пока они сражаются со злодеями. Срочная новость. Девочка с самым большим числом голосов сняла свою кандидатуру. Новым лидером становится Вера О. Она перед нами. Офицер О, голосование заканчивается через час. Глядя на ваши успехи, многие кандидаты решили отступить. Жители утверждают, что у вас есть все задатки пилота тобота. Это точно. Потому что я офицер полиции. У меня нет причин скрывать что-либо от людей. И я не боюсь какого-то скверно пахнущего третьесортного злодея. Третьесортного злодея? У меня сахар в крови упал. Ой, эту печеньку мне дала мисс Акни. Жаль, у меня нет робота получше. Как пожелаете, мистер Дилук. Я дам вам робота. Что? Ну ладно, W, пора установить твое ядро. Поехали. Включить систему установки. Ух ты! Вы решили, что Долли будет пилотом. Вот смарт-ключ. Послушай, сейчас мы сделаем тебя и W пилотом и тоботом. Ты готова? Ладно, Долли, будь внимательна. Нужно убедиться, что W тебя понимает. Я загружаю язык, чтобы во время синхронизации тобот распознал твой голос. Если вы наладите общение, все будет в порядке. Не забывайте про план. Игрик, ты на месте? Жду команды! Интересно, как дела у Долли? Не знаю. Райан, помнишь, как ты впервые управлял Иксом? Да! Ты понимаешь, что в нас въехала модель органической серии с поликарбоновыми дисками? Что? Нет, стойте! Папа! Переключаюсь на автопилот. А-а-а!
Тоботы уже умели распознавать наши голоса. Тут другой случай. Дубль В еще не привык к голосу Долли. Голосование заканчивается, страсти на пределе. Станет ли офицер О пилотом Тобота Дубль В? Думаю, других вариантов нет. У синего гонщика лишь 15 голосов. Бедняжка, он такой непопулярный. Довольно! Это он. Он здесь. Привет, синий гонщик. Вижу, ты приехал на объявление победителя. Конечно, а как иначе? Люди меня обожают. Я могу выиграть. Как мило. И как же ты наберешь голоса? Может быть, ты споешь и станцуешь перед людьми? Надеюсь, они тебя узнают. Ты обычно прячешься в роботе. Она о тебе много знает. Мне не нужно ни петь, ни танцевать. Люди повсюду говорят о моей гениальности. Правда? Синий гонщик был лишь маскировкой, а вы и понятия не имели. Вас одурачили, Раптор-бот! Мистер Дилук, вообще-то это вас одурачили. Эй, где он? Раптор-бот в атаку! Раптор-бот в атаку! Наконец-то! Вызывали, сэр? Как он тут оказался? Меня подождите! Ты же гений! Что-нибудь придумаешь! Сдавайтесь! Вы окружены! Вы арестованы за вред, причиненный обществу! Наконец-то! Все три тобота покинули гараж. Итак, мне начать проникновение? Курса оказался преступником Дилуком Октавием. Офицер Вера О, также являющаяся участницей конкурса, при помощи тоботов, оказавшихся здесь же... У них получилось! Арестовала Дилука сюда, и его пора. Байкеров. О, хорошо! Синхронизация! Тобот Дубль В! Тобот Дубль В! Тобот Дубль В! Он не успел привязаться к тебе. Прервемся и попробуем позже. Я попробую еще раз! Тобот Дубль В! Ответь мне! Эй! Успокойся. Ядру, похоже, нужно время, чтобы во всем разобраться. А? Новый чудовищный робот. Никто не знает, откуда он. Думаете, он Дилука? Мы свое дело сделали, пока. Забудьте про него, мы сможем победить этого робота. Игрик, скоростной пинок. Скоростной пинок. Ки-я-я. Дилан, замани его, а мы окружим. Сейчас. Зет, лазерная сеть. Лазерная сеть. Вот что я слышу. Зацени мой аксель. Энергетический удар! Энергетический удар! А? Он умеет летать? А? Этот летающий робот все нам портит! Они-то считали, у них все продумано, бедняжки! Расскажу-ка я мальчикам о том, что такое надежный запасной план. Что это? В следующей серии. Кто ты? Ребята, возьмите трубку! Что нам делать? Интеграция. Готовы? Тоботы! X, Y, Z. Тритан интеграция! Сэр! Супер выстрел паука! Сэр! Соберись, ты плохо прицеливаешься! Он слишком высоко и постоянно меняет скорость. В него трудно прицелиться. Берегитесь, вот он! Схвати его! Он слишком быстрый! Нужно выбрать момент! Довольно. Я теряю терпение. Франклин. Я знаю, что ты хранишь свой секрет под полом в гараже. Не нужно отрицать. Прошу в последний раз. Открой источник энергии, а иначе последствий не избежать. Выбор за тобой. Дай начну я отсюда. Я наблюдала за сборкой, и теперь уничтожу его. А? Нет, Дубль В. Прочь с дороги! Я, не задумываясь, разберусь с вами! Ладно, я покажу.
Да, наконец-то! Предыдущей серии. Я побеждать не хотела. Офицер, если вы снимете кандидатуру, останется только два участника. Видите? Я и синий гонщик. Если ты его единственная соперница, он попытается тебя остановить. Вы же видели мои приемы тэквондо, да? Подготовиться невозможно. Расставим ловушку, а затем прижмем его к стенке. Как? Вот мой план. Теперь я заполучу секретные документы тоботов, пока они сражаются со злодеями. Голосование заканчивается, страсти на пределе. Станет ли офицер О пилотом тобота Дубль В? Думаю, других вариантов нет. У синего гонщика лишь 15 голосов. Бедняжка, он такой непопулярный. Раптор-бот в атаку! Наконец-то! Вызывали, сэр? Как он тут оказался? Эй, меня подождите! Ты же гений! Что-нибудь придумаешь! Сдавайтесь, вы окружены! Наконец-то все три тобота покинули гараж. Включить систему установки. Вы решили, что Долли будет пилотом. Вот смарт-ключ. Если вы наладите общение, все будет в порядке. Эй! Успокойся. Ядру, похоже, нужно время, чтобы во всем разобраться. А? Здесь появился новый чудовищный робот. Никто не знает, откуда он. Думаете, он Дилука? Мы свое дело сделали, пока! Забудьте про него! Мы сможем победить этого робота! Зет, лазерная сеть! Лазерная сеть! Вот что я слышал! Аксель! Энергетический удар! Энергетический удар! А? Он умеет летать! А? Этот летающий робот все нам портит! Бедняжки! Расскажу-ка я мальчишкам о том, что такое надежный запасной план. Что это? Тобот. И снова в городе случилась неприятность, но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность и враг суровый. Тобот. Ярость Раптор-бота! Кто ты? Франклина ждет большой сюрприз. Ну ладно, пора воссоединиться. Хотя я останусь в тени. Меня зовут Акни. Возможно, вы обо мне слышали. Акни? Мы знаем, кто ты. Та, что угрожала всему городу. Что ты хочешь от нас? Секретную технологию тоботов. Что? Почему ты хочешь узнать о тоботах? Чтобы навсегда избавиться от них. Они постоянно разрушают мои планы. Эй! Это ты постоянно все разрушаешь! Ты такая злая! Нет, Тимми, успокойся. Ребята, кто-нибудь, возьмите трубку! Что нам делать? Нужна интеграция. Готовы? Тоботы! X, Y, Z! Тритан интеграция!
Тритан! Сэр! Суперпрыжок! Суперпрыжок! Промазал! А ведь почти получилось! Сэр! А? А куда делся робот? Он летит прямо на нас. Осторожно, вот он. Тритан, включить щит. Включить щит. Сэр. Он силен. Этого мало. Супер выстрел паука. Супер выстрел паука. Сэр. Соберись! Ты плохо прицеливаешься! Он слишком высоко и постоянно меняет скорость! В него трудно целиться! Берегитесь! Вот он! Схвати его! Он слишком быстрый! Нужно выбрать момент! Ладно! Суперпрыжок! Суперпрыжок! Тритан! Включить щит! Включить щит! Суперудар! Суперудар! Сэр! Мы победили! Они вновь победили! Тоботы уберегли Дейда Сити от еще одной угрозы! Новые сведения сразу после рекламы. Жаль, что Дилук сбежал! Я так хотел арестовать его! Довольно. Не тратьте мое время. Франклин. Я знаю, что ты хранишь свой секрет под полом в гараже. Не нужно отрицать. Прочь с дороги. Я, не задумываясь, разберусь с вами. Ладно, я покажу. Но для тебя он не представляет никакой ценности. Да, наконец-то дождалась. Секрет тоботов. Что это? Ты соврал мне. Я подозревала, что так и будет. Где ты прячешь настоящий секрет? Мне больше нечего скрывать, в отличие от тебя. Лжец! Скажи, где ты хранишь свой секрет? Ладно, если не скажешь, мне придется разнести твой дом. Стой! Умоляю, остановись! А! Что же мне делать? Тут нет инструкции! Робот Акни напал на ваш дом, помогите! Еще одна прекрасная победа! Молодцы, мальчики! Доли так и не появилась. Видимо, была слишком занята, чтобы привести дубль В. А? В чем дело? Робот Акни напал на наш дом! Ого! Нам нужно помочь! Я не позволю вам это сделать. Хватит, прекрати! Ты уже нашла все, что можно было найти. Правда? Думаешь, я настолько наивна? Думаешь, я поверю, что тоботы обладают своей силой благодаря фотографиям, игрушкам и прочей мелочи? Где чертежи? Тебе все равно не понять. Но они и впрямь наделяют тоботов силой. Не той, о которой ты думаешь. Пытаешься сбить меня с толку? У тебя всегда были нелепые идеи. Но меня не проведешь. Что значит «всегда были»? Минутку, кто ты? Мы знакомы? А? Довольно разговоров. Прошу в последний раз, открой источник энергии. А иначе последствий не избежать. Выбор за тобой, да. И начну я отсюда. Я наблюдал за сборкой, и теперь уничтожу его. А? Нет, дубль В! Тобот дубль В! Синхронизация завершена. Пилот зарегистрирован. А? Что? Так вот.
вот в чем дело. Икс, избавься от этого чудища. Понял. Поразительная хватка, челюсти не разжимаются. Если не избавишься от него, Икс будет поврежден, и тогда схватка состоится у дома. Зет, лазерная сеть! Лазерная сеть! Вот что тебя ждет! Райан, сверни направо! Понял. Кори, сейчас! Игрик, скоростная турбо! Скоростная турбо! Сработало! Молодцы! Поспешим! Прекрати! Берегись! Нет. Я попыталась стать пилотом Дубль В, но не смогла. Прости, что помешала тебе. Пилотом Дубль В должен стать ты. Вы привязались друг к другу. Что? Но я... Я... Не трать время зря. Возьми. Еще один. У Акних два. Интегрируемся. Тоботы. Икс. Игрек. Зет. Тритан-интеграция! Тритан! Сэр! Опять он. Лучше отступи. Как и раньше. Идет? Берегись! Отпусти меня! Тритан, супер! Стойте! Минутку. Сколько же их всего? Если она дорога вам, не шевелитесь. Отпусти меня! Как ты смеешь? Отмените интеграцию. Что? У вас нет выбора. Выполняйте, если хотите, чтобы девочка уцелела. Лучше ее послушаться. Тритан, дезинтеграция! Да, так-то лучше. Я всегда поощряю хорошее поведение. Рекомендую план Б. Нет никакого плана Б. Акни, прекрати. Дубль В, мы должны спасти Долли, как бы высоко она ни была. Я не могу это сделать. Конечно, можешь. Небо кажется высоким, потому что ты стоишь на земле. Ты о чем? Выслушай меня, Нейтан. Ты говорил, что я стану героем, что буду помогать нуждающимся. Твоя вера дала мне силу, но теперь ты должен поверить в себя. Наверное. Доверься мне. Мы полетим вместе, словно птицы. Ну ладно. Тобот. Дубль В. Трансформация. Что это? Ого! Нейтан направляет. Тобот Дубль В летит. Жду приказа. Дубль В, взлет. Взлетаю. Ого! Осторожно, мы летим слишком быстро. Небо мой дом. Не нужно бояться, Нейтан. Но я боюсь посмотреть вниз. Столкнись со своим страхом.
Посмотри вниз, Нейтан, и проложи курс. Ладно, я справлюсь. Дубль В, спустись и спаси Долли. Спасаю Долли, цель захвачена. Дубль В! Ура! Ура! Мы спасли ее. Не может быть. Верни девчонку. Поворачивай, скорее. Отпусти меня, пожалуйста. Не могу, Долли, иначе он нас догонит. Зет, за ними. Готов ехать, вот что мне нравится. Зет, полный вперед. Быстрее, поехали. Икс, избавься от него. Выполняю. Энергетический удар. Класс! Это было здорово! Поехали! Неисправность соединения. В настоящий момент трансформация невозможна. Что? Меня сейчас стошнит! Это был худший план на свете. Я не знаю, зачем все эти приборы. Эй! Дилан! Тобот Сет ждет здесь! Приведи робота к нам! Вы у нас за спиной? Как мне развернуть его? Подумай, мы выиграем время! Как? Посмотри вниз! Вот вы где! Икс, энергетический бросок! Энергетический бросок! Ух ты! Развернись, Дубль В! Пинок-паука! Вот что я сделал! Мы рады, что ты спасена, Долли. Отлично, Нейтан! Молодец! Все сложилось удачно. Мы все хотели стать пилотами Дубль В. Но Нейтан единственный, кто приглядывал за ядром. Верно, Дубль В? Мы привязались друг к другу. И будем изо всех сил стараться помогать людям. А значит, мне нужно много тренироваться. Ну все, ты готов? Да, вас понял. Ты же не боишься, Нейтан? Конечно, нет. Он не боится. Видели бы вы, как он каждое утро тренируется на крыше. Тобот Дубль В, трансформация! Пора опубликовать новую статью про первый полет Дубль В. Класс! Эй, Дубль В, держи крепче, ладно? Вот о чем говорит Дилан. Зет, помолчи, пожалуйста. Вот бы он нас покатал. А может, устроим гонку? Загляните в багажники Икса и Игрека. Эй, а зачем этот пропеллер? Это персональный флайер, который я изобрел. Ух ты, папа, ты лучший! До встречи. Вернемся к ужину. О чем это вы? Я лечу с вами. Ну что, готовы к полету? Готовы! Эй, посмотрите! Это тобот Дубль В? Потрясающе! Летит словно птица! О, мне надоело, что... О, боже! Ha 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 ha!
ладно. Тебе удалось сберечь свой секрет. Пока. Веселись, пока можешь, друг мой. Потому что вскоре я узнаю секрет тоботов. У меня и самой есть небольшой секрет. Тоботы вернутся в следующем сезоне. Смотрите. Добро пожаловать на новую базу тоботов. Какой огромный дом. Интересно, кто наши соседи? Я Эшер, а это Лейла. У нас большая проблема. Слишком медленно, давай еще раз. Может, повеселимся? Кто это? Кого-то он мне напоминает. Ну что, вы готовы? Комбо-хит! Мы победили! Но внешность бывает обманчива. Только не по фарам! Скоростной бинокль! Я-я-я-я-я-я-я! Отличная стратегия! Я знаю! На этот раз я избавлюсь от вас навсегда! Ты не можешь уничтожать город! Вот о чем мы говорим! Пинок-пука! Супер-комбо! Я им сейчас покажу! Тоботы! Они здесь! Тоботы вернулись! Где враги? Тобот!